Куда ехать-то сейчас, Жо? Прямо. Прямо и на Дорман налево. Да, так мне повезло. Прямо и что? На улице Дорман налево. Как? Где улица Дорман? Находится. Зачем он встретит все время Боуэн Айленд? Что-то не забыл. Где ты находишься? Я бы континил там какое-нибудь другое. Не можно снимать, это сейчас скажет какой-нибудь военный объект. Военный объект? Уберите камеру, скажет. Женщина. Женщина, уберите камеру. Разрешение на съемку. Давай. In 400 meters, turn left onto Dorman Road. Book sale. Не хочешь? BICS. Вот нам держаться левее надо, потому что нам налево, вот там на турелке. Верный дедушка. Блин, смотри, тут сколько машин-то вообще. Тут в два ряда паркуются. Вот это вот знак кафе я хотела тебе даже предложить, но там слишком много всегда. Ну или как? Тоже такое 4-8 звезды. Мне кажется, просто по сравнению с другими здесь ничего больше нет. Не, здесь кофейни 6 я насчитала. Там налево сейчас же. Налево? Turn left onto Dorman Road, then your destination will be on the right. Вот сейчас налево, да? Ну это Дорман. Да, ну нет, это не Дорман. Нет, Дорман. Да, сюда. Your destination is on the right. Вот это что ли? Смотри, что я тебя нашел. Да, я видел следы человечества. Кикать какую-то оставил. Это засняла? Угу. А что здесь мешают? И... Там водопад, видимо, какой-то. Угу. Жу, не надо туда подходить. Я сейчас, не подхожу. Сейчас этот покатится, блин, мо. Слышь? Да. Обязательно оставь.
людьми, как я описываю. Блин, пойдем отсюда. Почему? Высоко там метров 30 минимум. Пошли. Пойдем. Давай.